Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Средняя зарплата в Кировской области 51 723 рубля. Цифру за первый квартал этого года сообщает Кировстат. Она на 17% выше, чем в таком же периоде прошлого года. Рост зарплат был во всех отраслях. Наибольший темп отмечен в организациях, связанных с транспортировкой и хранением. Там рост на 23%. Самый низкий в деятельности по операциям с недвижимостью. Рост на 8%. Экономика. Более 700 кировчан смогут пройти переобучение в рамках нацпроекта «Демография». На данный момент подано уже 560 заявок. Всего мест 717. Доступно 23 направления обучения. Наибольшей популярностью пользуются такие, как делопроизводитель, соцработник, специалист по госзакупкам, бухгалтер, кладовщик, оператор котельной. 68 человек уже начали осваивать новую профессию. За 4 года действия программы приобрести новую компетенцию смогли более 5000 человек. Подать заявку можно онлайн на портале «Работа России». После этого соискателю нужно будет предоставить документы в Центр занятости населения и пройти профориентацию для выбора образовательной программы. В эфире «Экономика». Выступление Николая Расторгуева и группы «Любэ» обойдется Кирову в 6 250 000 рублей. Контракт на проведение концерта уже заключен. Организатором мероприятия выступит ИП из Курганской области. Заказчик – Управление культуры администрации Кирова. Концерт пройдет 22 сентября на Театральной площади. Возрастное ограничение 0+. В этот день пройдут и другие мероприятия, посвященные юбилею Кирова. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».